Сколько градусов? Ну а на улице сколько градусов? А при чем тут? У вас вагон фирменный, второго класса. Фирменный, второго класса. Да включи его на дорогу. Да, это покажет, что он включит. Где я буду тебя покажет? Да, хорошо. А что у вас за люди на 53-54 месте? И там в купе? Ну там, посредине вагона. Пятый-шестой человек. Ну две женщины, бабушка. На телефоне билеты. Я в купе, у меня куда-то? Да, чего не, места, нет. Вон там, в середине вагона. И чего они места спрашивают? На телефоне. Свободные места искали. Ну, две бабушки. Да. А если посмотрим, если билеты? И вот это 53-54. Женщина с мужчиной. А у вас какие места? У меня девятая. Чего там в купе 6 человек сидит на полке? В каком купе? Третьему? Нет, дальше по вагону. Какие места? А? Какие места? Их верхние полки. М? Верхние полки. Какие? Они заняты. Ну покажите. Прошу. Покажите. У них тут 53-54 матрица. Верхние места. А за каких пор 53-54 продается? А? За каких пор 53-54 продается? А вы кто тут будете? Громадський контроль по залізниці. Ви через начальника поїзда? Начальник поїзда як? Ви викликаєте. Ви туди прийде. От, це там місце. Ніже. Пошліть фамілію перевіримо. Що? Фамілію пошліть перевіримо. Та ви не який перевіряєш? Ви що, начальником поїзда треба перевіряти? Ну так що ви? Та що ви тільки? Ви то вентиляцію, вентиляцію включите. Ну а чого жарко? Мужчина, та що я? Ніхто не жарко на вулиці. То есть у вас вагон не отличается, что дорогие, что не дешевые, без разницы. А где холоднейший, постартный вагон, где холоднейший? То же не купили вагон, что кондиционер включил? Я не спрашиваю про кондиционер, я про вентиляцию. Вчера на улице я включил, что я сделал? А видно будет поехали. Который идущий сюда шел для жара.
А чого пасажир в тамбурі стоїть? Де? Вон стоячий пасажир. Які пасажири стоять? Ну, в тому тамбурі, возле туалету. Вони не ходять? Да? А чого він з другого перейшов і стоїть, то в тамбурі? Ви взяли білет і хочете десь піти до друзів у другий вагон, то що? Не вопрос. Не вопрос, зараз прийде начальник. Ви позвонили? Начальник прийде, але входили. Обхід закінчився 12:27. Ладно, мы сами пойдем.